Укрепление единства нации – это программа, которую трудно оценить в денежном выражении. 7 миллиардов – это много или мало? А может быть, нужно 70, а может быть, 700, а может быть, вообще ничего не нужно? Такая программа нужна, но она должна быть продуманной, она должна быть очень четко оцененной. Мы должны твердо знать, чего мы хотим, и реальны ли наши желания, и в соответствии с этими и строить ее, и, соответственно, и оплачивать ее. Я боюсь, что если это желание достаточно аморфно, а просто вот вышло указание такую программу сделать публичной и выделить на нее соответствующие бюджетные деньги. Есть основания полагать, что, как и деньги, выделенные на многие другие бюджетные программы, эти деньги тоже будут в значительной степени разворованы.